В общем, чувак, это зубочистка. Зубочистка погиб сегодня. Эй, здорово, чуваки. Че у вас такие кислые лица? О, Карл, привет. Рад видеть тебя. Как его звали-то? Это Санечек, он играл с нами на ГРМП. Ты должен знать его. Эй, вообще-то не виноват, что не ввел промокод. Ты должен был об этом позаботиться. Заткнитесь. Эй, мы с тобой еще не закончили. Что? Отвали, я уже закончила. Просто супер. Круто. Что случилось, чел? Тебе, блин, действительно интересно? В нашей бане скоро появится очень много крутых бойцов. Пойдем, покажу их. Вот этот человек, который ковыряется в носу. Это избалованный гангстер. И это чувачел за компом. Это сумасшедшая банда. Мы поднимемся, улицы станут наши. Главное, чтобы не ввели промокод и быстро прокачались. В GTA San Andreas очень разнообразный игровой мир, но мало кто замечает игровые мелочи, которые добавили разработчики, исходя из того, что в игре и так много чем можно заняться. И на фоне всей этой занятости мы упускаем мельчайшие детали, а поверьте мне, они тоже могут быть интересными. Давайте обо всем по порядку. Вот, например, бандиты из разных группировок могут показывать вам распальцовки своей банды, тем самым приветствовать вас или же наоборот угрожать вам. А при фото вашего хомиса он позирует на камеру. Также хомис может сфотографировать вас. В игре весьма разнообразный подводный мир, где вы можете встретить маленьких рыбок, черепах и даже дельфинов. Взлетные полосы в игре отмечены на вашем радаре, когда вы находитесь в самолете. Также во время полета радар следует за положением вашего самолета. В игре есть возможность охотиться на птиц. Пешеходы могут разговаривать с Карлом, а он в свою очередь может ответить как положительно, так и отрицательно. Если нанести прохожему удар ножом, у него будет кровотечение. А если пройти по луже крови, Карл оставляет окровавленные следы. Прохожие отпрыгивают, когда вы на них пытаетесь наехать. Карла может стошнить, если он много съест. В игре также есть потребность в голоде. Если вы будете игнорировать прием пищи, Карл может умереть. Если Карл будет есть большую порцию курицы, то он быстро потолстеет. А если съесть столько же салата, Карл не сможет потолстеть. С помощью флюгера на заброшенном аэропорте можно узнать силу и направление ветра. Полицейские также могут перестреливаться со случайными прохожими. Пешеходы покупают наркотики у драг-дилеров. Если ты долго не зовешь на свидание Денис Робинсон, то она выступит на радио Лос-Сантос, где говорит, что отчаялась от отсутствия внимания Карла, причем ее можно услышать задолго до знакомства с Карлом. Рядом с пляжем зачастую можно встретить уникальных NPC, которые катаются на роликах. От слишком жаркой погоды игра начинает плавиться. Гражданские реагируют, когда Карл берет их на мушку.
В зависимости от телосложения Карла, прохожие будут по-разному на него реагировать. Girl, you better get yourself into the gym. Come on, dude. Shut up, please. Whoa, check out the bed. I can see all those young girls eyeing me. Голова Карла поворачивает туда, куда вы направляете камеру. Если Карл долго не двигается, он может рассматривать прохожих и петь разные песенки. Never gonna get it, never gonna get it, biatch. If it ain't working, hit it with a wrench. Hey, I like your style, man. Hey, I'm talking to you, asshole. Move your body, doom-de-doom, move your body. Есть места, которые Карл может посетить, но они не отмечены на карте. Все экстренные службы выполняют свой долг перед жителями Лос-Сантоса. Полиция борется с преступностью, медики спасают жизни, а пожарные тушат пожары. В редких случаях некоторые пешеходы и офицеры и мотоциклисты могут назвать Карла по фамилии. При входе в некоторые дома Карл делает глубокий вдох и выдох. На свиданиях с девушкой можно дарить подарки. I love it. Если навести фотоаппарат на девушку, она будет махать в камеру. При погружении под воду Карл будет выпускать пузырики воздуха. Если воздух закончится, Карл начнет задыхаться. Ну и на этом все, спасибо вам за просмотр, если вам не трудно, можете поставить лайк, подписаться на канал, написать какой-нибудь комментарий, или скопировать комментарий предыдущего пацана, например, меня. Все, с вами был Хик, всем пока.